Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В самых сложных ситуациях носитель имени всегда умеет сохранять спокойствие и трезвый рассудок. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Гласная буква «А» придает движение вперед. Но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Человек, родившийся 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца, может смело выбирать один из этих дней для активных действий. Магия Солнца на его стороне. Особенно это касается периодов с 21 июля по 28 августа и с 21 марта по 28 апреля. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.